Моя девочка, не облизывай. Нельзя облизывать крем. Нельзя крем облизывать. Нельзя. Нельзя облизывать крем. Нельзя. Привет, Аленочка, привет, родная. Первый день карантина. Да, я думаю, что сейчас все будут очень часто в прямом эфире. Привет, Кариш, привет, привет. Мольберт собрала, и не только мольберт. Собрала еще вишалу. Зёпа, зёпа, зёпа. Зёпа, дай лапку, дай лапку, давай будем, давай. Как ты лапку даешь? Давай, вот так лапку, давай, давай лапку. Ну давай, давай, вот так, молодец, давай лапку. Ну за карантин мы точно научимся, давай, вот так, давай еще лапку. Вот так, давай, давай лапку, вот так, моя девочка, молодец. Давай еще лапку, давай, давай лапку. Ну давай, вот так, моя сладкая. Давай лапку, давай. Давай лапку. Ну давай лапку. Давай вот так, моя сладкая. Да вот так, вот так. Мое солнышко. Да, малыши в восторге. А, Джимуль, хорошо, слава богу, Атюша, ну, мы помирились. Девочки, эту пижаму я покупала в Ейске. How are you? It's fine. Да, надо будет подтягивать английский. Зёпонька моя. Давай. Атюша спать пошел. Давай. Ой. Ну давай лапку. Давай. Давай лапку. Давай. Давай. Давай лапку. Давай. Давай, а, блеск, а, ланьеш. Ну давай, ты, лицо не наделенное интеллектом. У нас течки еще нету. Давай. Да, у меня собаки кушают на кровати. Давай. Ну давай. Зёпонькин. Давай. Да, Джем, я ему не оставила шансов, он зашел. Точнее, я зашла. И я говорю, пойдем, сразу выйдем. Где медицинские маски купить, не знаю. А, да, Кариш, начнем. Но я не шучу, в смысле. Кого-то сейчас... Я красивая на карантине. Девочки, но выбора нету. А когда еще быть красивой? Вот и приходится быть красивой. На нее. Просто на нее. И моя девочка, моя сладкая. У нее воспали, это налились эти молочные железы. Зёпочка. Зёпочка. Ну что у тебя за беда? Хюрем суд.
это? Какая толстая. Что у нее без служанки? Она сама виновата. Почему перееду? Ну, а как я должна быть стечной сукой на одной территории с некастрированным кобелем? Джем, смотри, я собрала же сегодня вешалу. Вот. Уже чуть-чуть подразвесила. Ой, моя балерина. Моя балерина, моя волочконян. Моя волочконян сладкая. Нет, с ней уйду я, мама останется с Ати. Капец, я поправилась. Мама, я слышу. Я хочу кое-что сказать. Та девушка, которая разбила вашу корову, простите ее, пусть она вернется. Реально, этот, она очень крутая, она прям такая мощная. 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 Мощная, мощная. Мощная, мощная. В интернете заказала. 21 день. Какая с детства сучка мелкая. Нет, сегодня выходила на работу, потом вернулась домой. Пупсик, вот просто Яндекс.Маркет реально открыла этот... Я не знаю, почему не высвечивается. Попробуйте отписаться и заново подписаться. И включить уведомления. С Надей, да, списываемся. СДЭК работает, работает, девочки. Я уже говорила об этом, может быть, прослушали. Потому что я люблю белый цвет. Давай, Джимур. Ну, я думаю, что это ненормально, но это же я думаю. Может быть, вас устраивает такое, что вам не дают слова сказать. Я не знаю, когда начнется течка, если бы я знала. Атюшка спит. Тирень-тирень. Ой, прости, прости, Юль. Я сколько сделала? 3 или 4. Тирень-тирень-тирень. Чувствую, к концу карантина у меня начнут петь и танцевать даже собаки. Ой, прости, прости. Ой, давай. А когда срываюсь, на кого? Мамуля телевизор в зале смотрит. А зачем мне мольберт? Да, я буду рисовать. Буду рисовать разные картины. А Тюндель простил меня, слава богу, да. Не хочу ходить в магазин с ребенком.
Картинку по номеркам, конечно. Ну, сейчас каникулы, да. Потом начнется карантин, поэтому я не рисую ничего. Я жду начала. Да, я накрашена. Тренироваться планирую. Привет, Элик. А, заказы принимаю. Коврик купила, резинки купила для тренировки. В художественную школу, не поверите, ходила. Конечно, уверена. После срыва с едой. Я думала, когда я срываюсь на кого-то. Ну, конечно, жалею. Алена, у меня даже, ну вот смотри, я открыла телефон, хотела включить песню. Вот, и у меня просто первая песня, которая стоит. Смотри. А, тренировки в прямом эфире. Слушайте, ну мы, во-первых, у нас завтра вечер поэзии. У нас завтра тематический эфир на тему. Толстозёрпик. Я просто смотрю. Я его уже видела, но люблю этот сериал. Вот можешь сказать, что такое? Спасибо, спасибо. Так вот, насчет завтра. Много грани. Девочки, насчет завтрашнего вечера. Да, я общаюсь с Катей. Мы завтра устроим. Вот просто Алена, она сподвигла меня на этот эфир. Завтра вечером у нас будет этот вечер по заявкам. Концерт в Олимпийском на тему. Ален, да, два санузла. Расскажи, пожалуйста, как тема какая будет. Поговори с девушкой, которая разбила мою корону. С назлый хатон? С ней. Скажи, я ее простила. Пусть возвращается. Как прикажете, госпожа. Билеты через тебя. Спасибо, спасибо, девочки. Спасибо, очень приятно. Да я тебе, Юль, уже несколько раз ответила про эпиляцию. Ты прикалываешься? Звезды шансона. Да, вот Алена озвучила. Как держу форму? Да я уже поправилась. Я поправилась нормально так я уже поправилась. Да, завтра будет у нас вечер звезды шансона. Я так давно не видела своих братьев. Теперь твое место здесь, Эбиге. Я хотела бы до свадьбы съездить в Крым. Я с макияжем. Девочки, какая трансляция? Завтра у нас будет прямой эфир с песнями «Звезды шансона». Мы будем петь, а другие будут плакать.
Вот. По просьбе телезрителей будут включаться песни. Алена заявки на прямые эфиры будет принимать через себя, через свой Инстаграм. Альбин, привет! В каком кафе вы прикалываетесь? Все закрыто. Почему не... Рядом меня не покидает одна мысль, Шахзаде, что придется расстаться. Сахиб Гирей уезжает, мне нужно его проводить. Я... Говори, не бойся. Я ни разу не выходила на улицу с тех самых пор, как приехала. Если позволите, я бы хотела погулять в саду. Тебе нужно только пожелать. Как только я закончу дела, мы вместе погуляем. Ами храпит. Госпожа. Какая там любовь? Паша Хазрат Лири, давно не виделись, как поживаете? Я прекрасно. Как вы? Все было хорошо. Однако ты вернулся. Сулейман опять тебя простил. Мне оказана эта милость, да хранит его Аллах. Я никак не могу понять, что могло сделать тебя настолько незаменимым в его глазах? Почему он так милостив к тебе? Задайте этот вопрос повелителю, а не мне. А ты сам как думаешь? Я думаю, что он не может отказаться от меня так же, как не может отказаться от вас. Нет, ничем не мажу. Атюша спит там в комнате. Костюмы разные цены. Что такое, Бивших? Почему ты такая нервная, госпожа? Я узнала такую вещь, не приведя Аллах. Говори. Эфсун по-прежнему служит Хюрем. Она специально подсунула нам эту змею. Что ты такое говоришь, Кильшах? В смысле делать нос? Я не делала нос. Почему так мутно? В эфире недавно на какой вопрос не ответила. Нет, брови крашу.
Нет, не жалею. Конкурентка моя. Девушки, вы серьезно пишете про проколотые уши? Ами? А, ну, уколола ямочку, да. Про какую, говорите, джинсовку? Ати спит. Замуж за кого? Мне очень грустно тебя видеть такой. Такова моя судьба. Ай, беги, не вздумай сдаваться. Иначе как же я смогу тебе помочь? Госпожа, прошу вас. Домашний, на домашнем. Ну какие клипсы, девочки, ну блин. Это всего лишь стразики. Всего лишь. За Сулеймана? Да, два санузла. С чего это ты так нарядилась? Я ухожу. Куда это? В дворцовый сад. Вы же вчера позволили мне? Великолепный век смотрю. Ай, беги. Ты тоже иди погуляй. Подышишь воздухом, станет лучше. Хорошо, госпожа. Да, не могу, нет, снять я не могу. Кто женат? Сулейман женат? По национальности русская, да, Ален? О, я недавно в такси новую песню услышала. Ну, может быть, она и старая, вот, но я ее не слышала. Сейчас я телевизор тише сделаю. Слышали эту песню? Фонари, фонари, фонари. Я гоню в никуда и туман. Мимо ты, мимо я, разгоняем нервы до сна. На пределе слышишь, убивать ты нас перестан. Давай потише. Ай, занесло нас с тобою пути. Я не слышала вообще эту песню. Вот это звезда. Весит 3 килограмма 200 грамм. За мною не прокатит. Нашу время как песок, мы его потратим. Знаешь, как у дома, сердце хулигана. А Ася весит 2400. Знаешь, как у дома, сердце хулигана. Твоя мать, ты моя, ты моя. Ой, так мои зайки родные.
Маме обстановка по кайфу. Она поглядывает, да, чтобы я, не дай бог, не ушла. На ее сисечки были вот так. С ней что-то просто невероятное происходит в последнее время. Она такая кайфовая стала. Она никогда такой не была. Она так себя не вела. Так она не лежала. На ее тетюньке. Да, если я встану, она сразу за мной. На ее тетюньки какие выросли. Вот уж кого карантин не беспокоит. А еще она во сне бегает. Просто на эту сладость. Она вообще такая другая стала. На эту сладость. Ой, ладно. Не буду больше ребенка. Ой, прости. Нет, прости, все. Прости. Моя девочка. Вот так вот, комочек. Да я ж ее не трогаю. Все, повернулась уже. Вот, посмотрите, как прекрасно вы подготовились. Девушка к моему эфирчику накрасилась. Бокальчик вина налила. Соответственно, значит, все в эфир будем выходить красивые. Завтра у нас звезды шансона. Трек «Ай, эго». Закрыли. Куда собралась на ночь глядя? К вам в эфир, ребят. Собралась на ночь глядя. Вам не нравится? Да, я к эфиру подготовленная вышла. Искупалась, собралась, накрасилась, быть красивой. Ой, ваш трек, простите, не послушала. Я думаю, что пора хряпнуть тоже бокальчик. Спи. Как вам дома не скучно? Мам, что ты ответишь на этот счет? Как тебе дома не скучно? Не, пироль я не осилю сейчас делать, открывать. Блять, реально так же сбухаться можно. Или бокальчик это для здоровья считается, мам? Да? Не пьешь, не тянет. Альбина зажала аллергию, не приехала сегодня. Будь я вчера приглашу.
пожалуйста, Крис, она в эфире, Крис. Она не в эфире, моя девочка. Как ты хочешь спать, сладкая, ну иди ляг. А где блондин? Там, наверное, или здесь. Эй, Крис. Мама виски не пьет, мама пьет ром. Жизнь такая, приходится каждый день бухать. Сейчас сами возьму тебя, рыбка. Сейчас мама возьмет тебя на ручки. Там сюда теперь там. Хочу быть красивой и дома краситься и собираться. Вас что-то не устраивает в этом уже? Моя девочка. Вижу вас. Почему не вижу? Ваше здоровье. Новая песня слушала. Я поставила на этот, чтобы он не скатился. Нам стоит. Серьезно, тоже могут быть. Мне не знала. Спасибо, что сказали. Мам, какой пароль сделала ты? День рождения твое? Угу. Просто без точек, безо всего? Так получилось. Знала бы, что вы здесь, не пришла бы. Надо к этому привыкнуть. Она сидя спит, сидит, ну, родная моя. Ну, иди поспи. Ой, мама, ой. А смотрите, сейчас покажу вам. Старая-престарая фотография на заставке стоит. Пьем просекко. У вас 3 часа. Ой, завтра буду выходить, да. До работы доеду и обратно. Мы чем занимаемся? Ничем, с вами общаемся. Анечка, иди ко мне, моя девочка. Аня, иди, мой сладкий, иди. А тебя вообще просила, мама, дети. Не будем больше говорить об этом. Да мы все смотрим. Я не буду кушать, рыбочка. Ой, господи. Ой. Ну что вот с этой обезьянкой делать? Ой, что делать с этой обезьянкой? Ну пусть сядет, ничего страшного. Хватит там немножко.
Так, хотела что? Угу. Чего здесь только нету. К такому жизнь вас не готовила. Честно. Сейчас будем выбирать более или менее... 2010 год. Десятый. Это получается 10 лет назад. Сейчас покажу. Абхазия. Я не понимаю, о какой куртке речь идет, о джинсовой сзади с чем-то. Блин, и тут, и там, и я не могу просто разорваться. Так. Тоже 10-й год. Уф, какая пышечка была. Такая прям няшечка. Пышечка, няшечка. Жиробасечка. Хотите, покажу маленького Осю? Очень, да, хочется спать. Очень, да, хочется. Ну, может, пойдешь, ляжешь без меня? Пойдешь слезать без меня. На нее. Ой. Иди к Танечке, ложись. Любечка, поверь, я тоже такая же. Вы мой секретарь? В овал лица филлеров? Очень, да. Офигенно же, скажите. В смысле, у кого? В Абхазию, когда мы ездили? Или что? У меня трешка. Атька спит. А, касаемо образов. Чтобы вы понимали. Возвращаемся к 10-му году. К 10-му. Да-да-да-дань! Просто на эти брови. Я вас умоляю, скажите, пожалуйста, что я была не одна такая. Ой, я не помню, честно, мы ездили девочками, но я знаю, что какая-то там была гостиница, типа. Не, ну, я не вспомню, что вы. Ага. Это не все. Я вас умоляю. Девочки, о чем вы? Это не все. Я вам такое покажу сейчас. Уф. К этому жизнь вас не готовила. Сейчас. Так, 30-е. Пожалуйста, я не могу. Я очень быстро покажу эту фотографию и все. И все.
я не дам больше смотреть. Ой. А, да ладно, тонкие брови. Понятно, что модно было. Подождите, я подруге напишу. Сейчас. Чекуля была же, скажите. Фу. А времена спортзала. И биться в сердце перестало. Читаем. Футболка. Да пусть скринит, ради бога. О, я в паспорте так выгляжу. О чем вы говорите? Скринить. Скринить не надо. Ой, а сейчас вы, девочки, сейчас вы увидите фотосессию, первую после операции на грудь. К этому вас точно жизнь не готовила. Давайте сначала я покажу красивую фотографию с дня рождения, где еще более или менее на себя похожа. Вы меня бесплатно примете? Спасибо большое. Ну, тут вот еще, короче, ничего. Шички я такая прям, причем костюмчик, чтобы вы понимали, до сих пор жив. И это вот именно та самая вещь, которую жалко отдавать. Как сейчас помню, Селин Би. А теперь, я вам клянусь, к такому жизнь вас не готовила. Давайте все дружно представим. Моя первая фотосессия, именно профессиональная, я к ней готовилась. И меня накрасили. Это должен был быть Smokey Eyes. Ну, как бы, что получилось, вы сейчас увидите. Я даже просто продолжать не вижу смысла. Можно просто посмотреть на мои фотографии. А грудь была только сделана. Это первая операция была. Готовы? Ловите. Та-дань! Ой, мамочки. А уф, какая чекуля. Но и это не все. Вы думаете, это все не... Это тоже не все. Сейчас я покажу сексуальную фотографию. Ну, как бы я думала, что она сексуальная. На тот момент. Ой, спасибо, спасибо, Маришка, спасибо. Смоки, да? Огонь, они смоки. Блин, где ж? Их просто очень много, они все такие красивые. Не могу даже выбрать, какую следующую вам показать. Нашла. Вот. Готовы? Ну, тут я просто даже комментировать не вижу смысла, потому что вот как накрашены мои тени. Шикарная женщина. Я же говорила. Так, сейчас, подождите, девочки. Это смоки золотом было. Вы не понимаете ничего. Это был 11-й год. Но сиськи, сука, красивые были. Первые. Готовы? То есть забываем про то... Хороша, да, Ален? Забываем про то, что во мне еще плюс сколько килограмм. Выщипанные брови в усмерть просто. И, конечно же, мой потрясающий макияж. Какая? Щеки. А главное, взгляд. Я типа кошечка.
Главное, сексуальный взгляд было в этот момент сделать. Да, а, блядь, помните, была, была программа в айфоне, когда накладывали парики на фотки и делали этот коллажи. Нет, не это контрольное. Вот теперь контрольный выстрел, выстрел в голову. Та-дань! О! Что такое невеселое, Кристина? Вот тут прям очень на меня похоже. Светленькая дочь, только уши какие-то странные, блин, у тебя здесь. У меня так не торчат, блин. Нет, мам, на тебя я похожа на другой фотографии. На другой, да? Да, конечно, есть, обижаешь. Та-дань! Меня дольше, это, я не вижу еще пока. На этой? Что, Кристина? Когда у тебя была химия. Не, вообще. Похоже, похоже, одно лицо. Да, ну, ладно. Одно лицо. Ой, мамочки. Вы понимаете, да? Ну, в то же время это же было модно. Ну что, продолжаем? Вечер воспоминаний. Так. Ну, как бы, я думаю, что время показывать уже хорошие фотографии, где я более или менее симпатичная, но таких нет. Показывать с каждым годом. Но таких нет. Таких просто нет. Таких просто нету. Ладно, 11-й год. А, ну в 11-м году ничего, хорошая фотка есть. Нет. 11-й год, я такая смачная. Так, 11-й год хорошая я. Такая прям в теле. Девушка в теле? Такая прям, да, ауф. Мощная, сочная. О, да, смотри, какая попенция у тебя. Да, такая прям я ничёчная. Так, поехали дальше. Это уже был 11-й год. Это был 11-й год. Так, а, на тему моего папы. Кто никогда его не видел по каким-то причинам. Не знает, как он выглядит. И вообще не знает, что он есть у меня. Да, так я из пробирки. Special for you. Мой папа. С моим братом. Раньше 11-го года нету. Началась 10-го. Все, что есть на компьютере, показываю. Ну, хорошо, хоть ты видела, Марин. А то ж почему-то люди его не видят, не слышат. 11-й год дальше. Самая, конечно, просто наикрутейшая фотосессия в моей жизни. Самая первая. Такая очень хорошая, профессиональная. Как раз после операции на грудь. Первой, где я была в таком теле. Вот. Эта съемка, конечно, была очень крутая. Ну и я здесь хорошенькая, поэтому не стыдно показать. Ну, кроме бровей. Какая грудь, какая грудь. Это уже я начала работать с Липинскими. Сафрончик в теле. А некоторые фотографии, да, есть, по-моему, ВКонтакте остались. Двигаемся дальше. Так, это 11-й год. 11-й год, 11-й год.
Хотите, маму покажу? Она ржет, мама надо мной стоит. Подождите. А что такое? Ну-ка, откройте. А что такое? Откройте, пожалуйста. На, вы поняли, поняли, да? Не надо. Зато смотри, какой у меня маникюр. А можно вот так показать? Нет. Нельзя? Возьми ребенка, который на руки просится. Ну, пошла твой ребенок спать уже надо. Видите, она даже не разрешает себя показывать, чтобы вы понимали, а живет она только год в Москве. А ты выбрала самые такие? Какие есть, такие показываю. То есть... Листать дальше. Листаю. Так. А, вот, это я переезжаю в Москву. А, ну, кстати, 9 лет я в Москве. Сегодня был вопрос, сколько я. 9, да. Да, вот. Мой первый день в Москве. Готовы? Прям в прямом смысле слова, первый день. Вот прям первый. Мы только приехали. И... Я. Вон спросится, сидит на руки. Амечка, иди, ложись на диванчик. Это первый день в Москве. Это мы поехали смотреть Воробьёвы. Да, я в угол двери. Да. Так. И теперь начинается самое интересное. Как-то тоже не вписывается здесь. Мольберт? А первые розы. Тогда я еще не знала, что левая – это не моя рабочая сторона, что фотографироваться мне нужно только справа. Это все пришло с опытом, поэтому первые фотографии были сделаны всегда слева. А, и меня не смущало то, как я на них выгляжу. Давай, открывай, открывай, я посмотрю. А, это я помню. Иосиф еще потом сидел на ней. А, да, это не твоя сторона. Та-дань! А, квартиру узнаете? Кутузон сразу. Привет, Сочи. А щечки-то какие? Она в Ейске родилась. Щечечки-то какие? У Ейски. Ейская кубанская девочка. Щечечки-то. Так, поехали дальше. Здесь не Оська сидит на этой маленькой? Нет. Ося, какой Ося? Я в Москве, я говорю, показываю уже мало. А, фу, это же уже Москва, да. А дальше должны были быть красивые сексуальные фотографии, которые надо было... Танюш, привет. Привет, Натусик. Аккуратно. Которые надо было грузить... Тогда были Одноклассники и Контакт. А, еще Фейсбук. И должна была быть серия задумчивых на фотографии. Ты смотришь, ты живешь на Кутузовском, смотришь в окно, насмотрелся телевизора, журналов и всего Ося прочего. Жив. Белая маечка, типа ты босиком, и твой томный взгляд. То есть, ну, понимаете, да, кухня Кутузовского проспекта, то есть вы ее все видели. Угу. Сейчас. Готовы? Когда пересмотрел фильмов. Я типа грущу. Скоро-скоро начнем рецепты. Какой твой наибольший вес, дочь? Сколько это было? Не знаю, я не взвешивалась на тот момент. Так, поехали дальше. Так, что у нас дальше? А потом был первый Хэллоуин. Привет, привет всем, ребят. А, вот это я помню. Первый Хэллоуин в Москве. Ауф, чекуля! Все еще фотографируюсь на левую сторону. Ой, Ален, да, не говори. На ту кухню захотелось. Какая? Все еще не понимаю, что моя рабочая сторона правая. Активно продолжаю фоткаться на левую. И не смущает, что я не получаю. Тебе что, потом кто-то подсказал? Или... Жизнь. А, жизнь, да. Жизнь подсказала. Так. Ну, это уже дальше. Вообще это не надо, чтобы никто видел, слышал, знал. О, у нас там с тобой фотографии тоже в Москве были, когда я приезжала. Так, это личное.
12-й год. Да, мнение ваше жую. 12-й год. Я отмечала Новый год в Сочи с девочками, я вернулась. Это был 7 января, Рождество. Меня не смущало, что платье, оно в принципе как бы не как платье, и туда надо что-то пододеть. А я так пошла. Готовы, да? Точно готовы? Это вас повергнет в шок. Та-дань! Звезда, блядь! Пленительного счастья! Шикарная, да? А как встала, а поза-то какая? Супергёрлс или как? А поза-то какая? Старалась-то, ёпта. Эти фотографии грузились. Девочки, они грузились в Инстаграм. Нет, вру, не в Инстаграм. Или в Инстаграм. А, какой? Еще Инстаграма не было. Дальше продолжаем. Двенадцатый год. А вот мы начинаем гулять в Москве. И первое караоке, откуда мы все познакомились, это был караоке Friends House. А, нет, давайте начнем, вот прям отвлекусь до Friends House. На тему того, что по каким-то причинам, я не знаю, но вот людям мужского пола хочется подарить мне медведя и цветы. Не в зависимости от моего возраста, но это я уже сейчас, дожив до 32 лет, я как бы понимаю, что то ли на большее они способны, то ли, к сожалению, я вызываю настолько печальный вид, что у меня в детстве не было игрушек или я не наигралась. 14 февраля 2012 года. Готовы? Это было так мило. Ну посмотрите, какая я счастливая. Ну посмотрите просто на это умиротворенное. Просто на это умиротворенное лицо. Полное счастье с открыткой. Самое главное, с открыткой. Ой. И вот начался наши зажигательные выходные. Первый был это Friends House караоке. Блять, я даже не знаю, какую фотографию показать. Блин, девочки, осталась минута. Блин, так жалко. Мой, ну я не могу вам это показать. Ладно, очень быстро. Только потом не надо мне это припоминать. Та-дань! Все, больше... Это я больше не показываю. Все так же продолжаются фотографии на левую сторону. Мне еще никто не говорит о том, почему-то, что левая сторона – это не мой конек. Они продолжаются. Но уже фотококтейль меня фотографирует. А брови. А, наверное, после вот этих в серии этой фото этих